Всем привет! Мы приехали в город Тверь. Сегодня здесь, в пойме реки, вот там внизу, какой-то праздник. Хотим посмотреть. Территория не очень большая, но посмотрим, побудем немножко. Посмотрим, что тут в палатке. Кувшинчики делают мастера. Из глины. А, здесь печатание старинное. Старинное печатание. Он как старается. Ручку приделывает. Мальчик. Пойдем вот сюда. Давай зайдем. Подвески, украшения. Да, подвески, украшения. Здесь тарелки. Интересно. Ножи. Ух ты. Красавица. Так, здесь что у нас? Тяжело. О, какие красивые кони-то. Ох, какие красивые. Посмотрим, как мальчик рубит. Оп! Не попал. Промахнулся. Смотрим еще раз. Так, ой! Сейчас упадет. Ну-ка, посмотрим, вот этот. Сможет? Так, 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 так. О! Яблоко теперь рубит. Так, ну-ка. Ау! Попал. Попал. Сейчас посмотрим вот этот еще. Второе мимо. Это что, соревнование у них? Давай. Давай, давай. Отрубил половинку. Так, ладья. Или на северный манер лодья. Средневековый корабль Руси. Самая маленькая ладья 7,5 метров в длину, а самая большая 25. Перед нами купеческая ладья, украшенная резной конской головой на носу. На ней находилось до 12 человек, 8 из которых гребцы. На такой ладье мог отправиться за три моря тверской купец Афанасий Никитин. Пойдемте посмотрим. Умещает 12. Сколько туда зашло народу? О, сколько. Я тоже пойду. Неужели я не пойду? Пойду. Посмотрю. Хочу. Ух ты, класс. Классно. Вот эту штуку управляют, чтобы она плыла в том направлении, в котором нужно. Смотри. Смотри. Не смотри, а смотри. Посмотри-ка. Скажу по секрету, это колодцы на какой год рассчитано? В основном палаши. 17-й год. Давай я тебя.
бравые у нас солдаты. Макет. Перед казнью тут написано. Визит князя Михаила Ярославовича к хану. Здесь битва. Битва. Давай. Здесь можно покачаться на импровизированной качели. Трудно удержаться, оказывается, на этой качели. Здесь как здорово. Приятная, средневековая. Здорово? Музыка очень мне нравится. А это кто? Инквизитор или старец? С современным телефоном. Сейчас скоро будет концерт. Как вам? Нравится? Комароха. Петуха изображает. Тоже можно, да. А вот так тоже? Так тоже можно. Нет, так это, как правильно считается? Это просто, это все правильно. Это разных. Ура! Ничего себе! Промазал. Ты зафиксируй, потом отпускай. Подожди, ты не учи, попробуй сам. Это пельцевой. Там мы вообще очень много. Ой. Это уже, Женя, давай. Ну, сам дали. Ну, ты три, давай. Ну, давай ты. Давай, ты. А сколько стоит-то? 50 рублей, 3 выстрела. 3 взрослые делаешь. Смогу держать. Ага. Я не смогу ее оттянуть. Для тебя, конечно, как? Да? Ну, я молодец, цены же детский дам лук. А-а-а. Для малышей. Нет, вот этот. Не, а ветер сильно, наверное, отлетает. Да нет, тут дистанция какая-то. Вот если вот сейчас стоим внизу, стоим в холмике, чтобы ветер не так был в этом плане. Давай, Женя. Промазал. А учил Альберта. Что меня учил. Ага. Инструктировал. Ему тут надо. А у меня уже стрела другая, смотри. Ты один раз, Алик, попал. А не разносит, на любой вкус сыт. Нет, стрела другая уже пошла. Давай. Да сейчас попадет. О! Она просто понравится. На самом деле, откуда луки? На все луки разные, каждый своего характера в этом плане. Ну так, ну каждый привычка. Самодельные? А? А что за дерево-то? Это там. Бамбук? Бамбук?
Жень, ты один раз тоже. И что это такое-то? Баллиста. А, заряжает ее. О, смотри, мальчик будет сейчас палкой. Давай. А, целится. В голову. Сорвал. Алекс захотел на экзекуцию. Надо открыть. Сбоку открывается. Вот здесь он открывал. Вот, снимай кнопочку. Влезет твоя голова. Просунулись. Ну ты изобрази печальный вид. А? Печальный вид. Опусти голову ниже. Все, я тебя на видео сниму. Ух ты, ух ты. Осторожнее. Да, действительно. Кони могут понести. Ух ты. Здесь опасно находиться. Какая красивая. Ого. Пошел, 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 пошел. Прошу подать целое копье от Дона Джанетта. Какой красавец. Красавец. Сейчас здесь будет разворачиваться. Аккуратней, аккуратней. Пошел, 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 пошел. Дон Джанетта у меня сувенир с собой. Отличный удар. Ничего себе. Живой? Живой. Живой. Сейчас смотрите, как рыцарь вылезает на лошадь. Понятно. Пошли с Герпаули, герои. Ух ты. Попытались немножко исправить друг другу форму доспехов и шлемов. Мужские игры. Мы видим, рыцари стараются зайти спереди и сзади. Вот образовался неожиданно союз двух рыцарей. Лупил. В нашем формате меле разрешено все. Можно заходить с любой стороны, бить кулаками, головой, оружием, ногами, если рыцарь достаточно молод, готов сделать это на седле. Можно захватывать противника. Задача, соответственно, нанести как можно больше число ударов, а лучше, безусловно, вынуть противника из седла, ибо он там засиделся. Отдохнул. О, сейчас этого свалит. Пытается схватить рукой Гера Пауля за выступающую часть доспеха. Немножко отфехтовал его шлем. Осталось полминуты, господа, прошу вас. Кто кого победит? Ух ты, там конь как. Осторожно! Что-то конь. Конь не захотел. Опасно. Запад не может прийти в себя от возмущения происходящего. И решил помочь своему противнику. Правда, бить стал во все стороны подряд. Не различая, где свой, где чужой. Прошу наших зрителей поприветствовать. Все. Рыцари, давайте еще, я еще раз назову их имена. Дон Джанетта де Мореско. Поднимите руку, поприветствуйте зрителей, героики. Это мне что-то плохо. Герр Пауль Мюллер фон Мауэр. Все. Спасибо за внимание. Для вас работало межклубное военно-историческое объединение «Кавалерия», город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, привет.
Раз, два, три, друзья. Ну что, понравился вам конный турнир? Ого! Не слышал? Да! Вот теперь верю. Смотрим. Ну что нас ждет дальше? Дальше нас ждет сразу несколько интересных вещей. Так, ух ты, как ему трудно. Слушайте, часы. Ну так мало. Thank you.
Thank you.